Добро пожаловать в ваше сообщество. Спасибо, дорогие. Благодарю вас. Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в пятое воскресенье Великого Поста, мы вспоминаем подвиг святой преподобной Марии Египетской. А Евангелие, которое мы сегодня слышали, как бы прямо и не относится к памяти святой, но это только на первый взгляд. В Евангелии говорится, кто хочет быть первым, большим, да будет всем слугой, а кто хочет стать первым, да будет всем рабом. Вот эти слова о чем? Они о ближних, они не о нас. Здесь речь идет о том, что ближний наш должен быть вовсе и не таким ближним, как он обычно бывает, только на словах, но на самом деле далеким и даже очень далеким человеком. А ближний, то есть тот, который рядом с нами, должен стать действительно близким нам. А человек опознает близость к другому человеку только тогда, когда людей связывают добрые дела. Мы знаем, как распадаются браки, которые начинались с того, что муж и жена максимально сознавали близость друг к другу, жили этой близостью, этой любовью. Ну а потом куда-то и любовь уходит, и близость исчезает. И еще вчера близкие люди вдруг становятся врагами. Что же произошло? А произошло то, что эта близость не подкреплялась искренними и добрыми делами по отношению друг к другу. Вот когда есть служение ближнему, когда один человек отдает себя другому, а другой отдает себя тому, которого любит также, вот тогда и созидается подлинная близость людей. Тогда и созидается счастье от человеческого
общение. И вот, казалось бы, какое имеет отношение этот евангельский текст о том, что мы должны быть слугами, рабами, если хотим быть ближними, если хотим быть первыми, к сегодняшней памяти святой преподобной Марии Египетской, а имеет самое непосредственное отношение. Мария Египетская вообще-то отказалась от всяких ближних. У нее не было ближних. Она ушла в пустыню. Это было в далеком V веке. И ушла, исключительно уповая на волю Божию. Потому что с точки зрения законов человеческого бытия, она не могла выжить в этой пустыне без еды и без воды. Но претерпев тяжелейшие испытания ради того, чтобы только приблизиться к Богу, она препобеждает естества, устав, как говорит церковное песнопение, и становится сильнее человеческого естества, становится подобием естества ангельского. И вот через этот личный подвиг, который как бы не имел никакого отношения к другим людям, она становится близкой, понятной и одновременно становится высочайшим идеалом для множества и множества людей. Люди православные уже тогда знали о подвигах Марии Египетской. Уже тогда восторгались этим подвигом, вдохновлялись им, ставили себе в пример житие преподобной. Ну, казалось, V век, более 1500 лет отделяет нас от того времени, и кто-то может сказать, ну, то была совсем другая жизнь, другая культура, люди многого не знали, какое все это имеет отношение к сегодняшнему дню. Но мы, православные люди, смело можем сказать, имеет еще очень большое отношение к сегодняшнему дню. Потому что пример Марии Египетской, пример любви к Богу через служение людям, пример высочайшей аскезы, подавления своих страстей, должен быть сегодня тоже востребован для нас. Расслабленных людей комфортом и благополучием века 21-го. И как тогда Мария Египетская выжила в этой пустыне, уповая на Бога, мобилизуя все свои духовные, да и физические силы, так и сегодня, если мы не хотим погибнуть в пустыне духовной, мы должны мобилизовывать свои силы, идя навстречу Господу. А на этом пути множество соблазнов, множество искушений, множество, как я нередко говорю, ложных маяков, пытающихся увлечь нас с пути спасения. И вот пример святой преподобной Марии Египетской дает нам возможность понять, что силы человеческие почти не ограничены. Только важно, чтобы эти силы направлялись к Богу. Только очень важно, чтобы эти силы служили добру. И тогда человек может совершать невероятные подвиги. И знаем это из истории церкви, из истории святых подвижников, из истории благочестия. Святая Мария Египетская стало очень рано, как я уже сказал, известно православным людям. К ней мысленно обращались с молитвой в глубочайшей уже древности. Но и мы, современные люди, должны также воспринимать Марию Египетскую как нашу современницу, понимая, что и перед нами
если не физическая, то духовная пустыня. Перед нами искушения, те, которые поражают сознание и плоть, и душу. Перед нами та же необходимость мобилизации всех своих духовных сил, чтобы ответить на призыв Господа и идти за Ним. Пример Марии Египетской пусть помогает нам и сегодня, в том числе и устремляющимся навстречу светлому Христову воскресению в это пятое воскресенье Великого Поста, еще и еще раз осознать величайший смысл постного подвига и значение самоограничения для того, чтобы душа открывалась навстречу Господу. Молитвами святой преподобной и богоносной Марии Египетской пусть помогает нам Господь на наших жизненных путях. Аминь. С воскресным днем всех вас сердечно поздравляю. Я хотел бы в память о пребывании в этом святом храме преподнести икону Владимирской Божией Матери. Прикладываясь к этой иконе, пожалуйста, вспоминайте наше сегодняшнее торжественное богослужение. И у тех, у кого хватит сил, воздохните ко Господу и в молитве за своего патриарха. Храни вас Господь. Сердечно поздравляю с этим замечательным днем, с освящением Воскресенского храма в Воскресенске. Воскресение – центр нашей жизни, то, к чему устремляется душа человеческая. Праздник Воскресения – самый святой праздник Православной Церкви. Пусть Господь каждому из нас дает надежду на воскресение, и пусть, проходя через тяжелые жизненные обстоятельства, мы помним, что за крестом всегда воскресение. И пусть никакой крест не сбивает нас с жизненному пути и тем более не разрушает нашу душу и тело. Пусть в свете Христова воскресение и протекает наше житие во славу Божию. Аминь. Еще раз с праздником вас поздравляю. Спаси Господи. Спаси Господи. Спаси Господи, отец Роман, благодарю за труды. Спаси Господи. Спаси Господи. Спасибо, Господи, помогай вам Бог. Праздником, дорогие мои. Спасибо, Господи, помощи Божией вам. Спасибо, Господи, помогай вам Бог. Спасибо, Господи, помощи Божией, здоровья, мира душевного. Господи, чтобы Господь хранил всех вас в добром здравии, детей ваших и внуков, братьев, сестер, спаси Господи, спаси Господи. Давайте подвинемся. Спаси Господи. Спаси Господи. Спаси Господи, дорогие. Батюшка Кирилл, мы вас любим. Спаси Господи. Многое благое лето вам. Спасибо, дорогие мои, спасибо. Ваше святейшество, ваше святейшество на вас два письма передали. Здоровья вам, батюшка, здоровья. Спасибо вам, батюшка.